Are you seeing this? Yeah, yeah I see it. That's Canada's bike from Akira. It's a licensed skin over standard frame. No, not the bike. Forget the bike. The girl. I think it's Artemis. Be Artemis? The Sixer Fixer? I've seen all her walkthroughs, her Twitch streams. It's her. It's definitely her. workshop. Всем привет! Сегодня хочется поговорить про свой домашний кинотеатр. Рассказать о том, какие плюшки, какое удовольствие я получаю от своего домашнего кинотеатра, от своего сетапа сказать, что у меня в сетапе, рассказать о качестве звука, какие эмоции я испытываю отдельно. В следующих роликах мы поговорим, если захотите, про каждый компонент отдельно. А сейчас я хочу сказать значит, следующее. В моем сетапе сейчас находится значит, по акустике. Фронтальные каналы у меня стоят мк uh, sound с 300 с раунда боковые у меня стоят мк <coughs> sound с 150 uh, тыловые каналы у меня стоят мк sound с 150 т uh, на каналах атмос у меня 4 канала атмос и значит на тыловых каналах атмоса стоят 750 мк саунд uh, а спереди у меня стоят SWS Prime. Раньше стояли тоже 750 е MK Sound, но в прямом сравнении с SWS Prime SVS показали себя именно как передние атмосы лучше, немножко по четче, пореще они стали как-то я не знаю. По объему, наверное, звук стал как-то я не знаю. Но специализированный канал у компании SWS есть, это вот SWS Prime. Такие белые колоночки. Висят они у меня уже, наверное, с декабря месяца. То есть, и получаю я удовольствие от этого. Значит, по акустике, значит, рассказал я по сабвуферам. Сабуфер у меня 4. 2 у меня спереди, два стоят сзади. Диван у меня метр от стены отодвинут, метр, метр двадцать, ориентировочно где-то так и сзади у меня стоят э, сабвуферы э, СВС 2000 Pro, именно Pro серия, потому что у нее отдача отличается от 2000, тоже раньше стояли 2000, э, от 2000 отличаются именно вот отдачей своей, своей глубиной, они немножко поглубже звучат, пониже немножко, то есть герцовка у них, они играют чуть ниже, чем 2000-е. Если хотите, о них мы поговорим тоже позже. В прямом сравнении я сделаю отдельный ролик. Кстати, были до этого еще другие сабвуферы. То есть, это рилы Т5, рилы Т7 были. Были э, субы э, СВС 1000, были субы э, СВС-2000 PRO, СВС-2000 и э, Бар Уилкинс тоже от серии C у меня там доставались, я не помню, модель. Посмотрю обязательно, и когда буду делать, если захотите, буду делать обзор, пишите в комментариях, на что сделать отдельный обзор, с чем сравнить и так далее. Вот, расскажу свое впечатление, свое мнение, почему я перешел и так далее. Но в продолжении нашей, нашего разговора я расскажу о своих передних зубах Передние субы это SVS 16 Ультра. Вот такие гиганты стоят у меня спереди. Два таких гиганта у меня располагаются вот в фронтальной части. И опять же задняя, повторюсь, 2000 Pro. По системе усиления. По системе усиления. Фронтальные каналы у меня усиливают моноблоки эмотива XPA Gen 3. А боковые и фронтальные каналы у меня усиливает... О, извиняюсь, боковые и тыловые каналы у меня усиливает эмотива XPA 5. Раньше вместо нее стояла стоял усилитель Parasound A51 который до этого еще он стоял у меня на фронтальных каналах. Потом Parasound справляется немножко лучше, чем Emotiva XPA5. Тоже, опять же, Parasound A51 и Emotiva XPA5 Gen2. Будем сравнивать тоже в отдельном ролике. Если интересно, пишите в комментариях. Обязательно сниму сравнительный обзор. Парасаунд еще у меня есть, поэтому могу снять подробный обзор и саунд A51, и XPA5 Gen2, и моноблоки XPA1 Gen3. Все я могу подробно рассказать, в чем разница, что меня ä, провести с ними, сравнительный какой-то анализ. Опять же, это мнение субъективно мое, э, ни к чему, опять никого не призываю, не хочу показаться профессионалом в какой-то там области, высказываю только свое мнение, свои ощущения личные. Э, это это чис чисто мои, вот, по моим ощущениям, все, что я скажу. Вот. А, никакие цифры я опираться не буду. Вот я скажу, что я использовал, расскажу, расскажу, что какие у меня впечатления от всего остались, а, в чем разница там, и так далее. Прямые какие-то сравнения, прямые обзоры тоже я могу снять а, на усиление, значит, парасаунд сейчас я могу снять на моноблоке и на XPA5. Если а, хотите, пишите в комментариях, может быть, какие-то усили усилители отдельно достанем и обязательно отснимем ролик в прямом сравнении с тем, что у меня сейчас есть, то, что я перечислил. На тыловых, ой, на атмос каналах у меня сейчас, сейчас стоит Parasound A51. Он немножко перекочевал, просто я решил попробовать их местами поменять. Раньше XP5 усиливали атмосы, а сейчас усиливает Parasound Atmos. А XP5 боковые и, и тылы усиливает поскольку Parasound A51 я продаю, потому что он очень дорогой, поскольку сетап я собираюсь продавать, там, поскольку, ну, к сожалению, собираюсь переезжать в дом и там уже выстраивать, не знаю пока какую систему, пока не знаю, может быть, к МК Sound вернусь позже, не знаю, то есть МК Sound мне очень нравится. Вот. Парасаун Т51 я из системы продаю, потому что, ну, как бы, очень хороший, дорогой усилитель. И хочется его, конечно, отдельно продать, чтобы не с общим комплектом. Вот. Значит, дальше. Процессор. Аудио-видео процессор Emotiva XMC2 отличный процессор. До этого у меня были Аркам 860 Аркам, Аркам АВМ 40, АВ 40. И вот среди них победил Эмотива. Все, это в прямом сравнении тоже у меня есть видеоролик. Если кому интересно, пишите комментарии, и я обязательно выложу ролик сравнения Аркам 40, Аркам 860 с мотива XMC2. Также, если интересно, пишите в комментариях. Кому интересно, сниму на него на этот процессор XMC2 отдельный обзор. Расскажу его плюсы, его минусы, реальные недостатки, реальные его достоинства. Реально расскажу о том, как я с ним живу. Живу я с ним с конца декабря прошлого года. С декабря 2020 года я живу, практически перед новым годом я его купил, живу с ним вот так. Вот. Потом купил Аркам 40 в январе, ой, в феврале, и быстренько его продал, этот Аркам 40 потому что, ну, мало того, как бы те же глюки, что и у мотивы, только еще и звук хуже. Ну, опять же, мнение мое, субъективное, то есть, опять же, с калибровкой. Все это я сравнивал, то есть калибровали Ньюмик, микрофон, все классно, все грамотно и так далее. Тоже кому интересно, про калибровку, тоже в отдельном видео поговорим. Пишите комментарии. Что касается процессора и мотивы, ну, как бы для меня, например, мотива, она на сегодняшний день соотношение цены и качества. Процессор, ну, великолепный. То есть в звучании в своем, в картинке тоже отличный. Ну, как бы нареканий у меня таких вот серьезных нет. Опять же, скажу, что про его достоинства и недостатки поговорим отдельно в отдельном видео. Вот. Но забегая вперед, могу сказать, что сравнивал еще параллельно, кроме Аркама 860-40, я сравнивал его с Атомом 60-й, МВМ 60, и немножко тут Анто победил. Скажу, в чем? Небольшая разница в моем, наверное, понимании где-то процентов 10. Скажу, в чем победил. Если никому интересно, в отдельном, пишите комментарии в отдельном ролике. Я тоже это сравнение выложу. Сравню, то есть сравню его в нулях, сравню его в калибровках, уже откалиброванном, сравню уже в базовых настройках, как они звучат, с эмотивой именно XMC2. Но, опять же, говорим о том, что цена разная у них. И, например, если там и мотивы можно достать по приемлемой цене, и как бы компания еще э, новая достаточно, это американцы. Многих путают с китайцами. Нет, это американская компания и отличная компания. Есть, конечно, к ней вопросы, но по большому счету соотношение цены и качества, я бы сказал, даже качество выше, чем цена. Э, ну, это отдельное. Мы поговорим, опять же, об этом. То есть, что касается у меня э, компонентов, с чего мы воспроизводим. Вот сейчас ролик вы видели, первому игроку приготовиться. Он был у нас с новейшего Xbox, вот последний Xbox стоит, серии вот, X, Xbox Series X он стоит у меня вот тоже как бы там где-то с января месяца я его купил и э, достаточно неплохо справляется и с аудио и с видео потому что на нем есть и dtsx и э, dolby atmos то есть есть все в базе то есть причем там игры фильмы можно с Ivy, там с, э, с чего угодно с любого стрима смотреть уже непосредственно дорожку atmos если вы захотите можно dtsx Смотреть дорожку можно уже там автоматить, там родной канал ему какой-то дать. То есть, но сам Xbox он раскладывает дорожку таким образом, что можно получить и Atmos, и DTSX. Если тоже хотите, я сниму про него отдельный обзор подробный. Сравню его с играми, как в него играть в игры, какие плюшки можно получить из него, там, звуки, в картинке там, и так далее. Что для этого нужно? Почему я выбрал именно Xbox, а не PlayStation 5? и так далее. Вообще у меня компонента видео воспроизведения и аудиовоспроизведения 4. То есть вот на этом месте в моем сетапе стоял OPPO 203. Я его продал, потому что ну, по звуку я не чувствовал разницы. По картинке чуть сочнее, чем Xbox, именно в кино. Но по звуку я не чувствовал никакой разницы с Xbox Series X. Поэтому я продал OPPO 203 и собираюсь покупать опа 205 хочу его поюзать посмотреть так сказать понюхать чтобы понять что это такое в чем отличает отличие 203 -го, 205 тоже опять для себя понять то есть понравится зайдет не зайдет не знаю как куплю от него отдельный ролик про это как бы и поделюсь впечатлениями ну сейчас вот в воспроизведении у всего у меня упирается Xbox, значит, Series X. Опять же, о форматах, о воспроизведениях, о видео. Если интересно, пишите в комментариях, поговорим. Apple TV, 4K, вот коробочка стоит на PlayStation 4 Pro. Ну и PlayStation 4 Pro я практически не использую, так в игры поиграть иногда его включаю, а так на видео и на звук я его не использую. Потому что оно ну, больше нравится Series X. Как звучит. Ну, и Apple 4K звучит как бы ну, хуже, чуть-чуть похуже, чем Xbox. Но как бы звучит тоже приемлемо. Вот. Стримы, ну, стараюсь не смотреть на стрим сервисах, потому что ну, качество ну, никакое хоть там заявляют что-то, как бы, но ну, качество там, я не знаю, там, из 100 фильмов 1-2 фильма можно посмотреть о том же Айве. Хотя, как бы, хорошо положительно к нему отношусь, тепло, но вот, вот такая история. А... Ну что, а... про сабвуферы поговорили, про акустику поговорили, про усиление поговорили, про процессор поговорили, все вкратце а, показал. А телевизор телевизор а, Xiaomi, 86-я диагональ, Сто двадцать герц, четыре к спортами два. один HDMI. Про него, если хотите, тоже пишите в комментариях. Я сниму отдельный обзор подробно как он ведет себя в кино. Хватает ли расстояние мне до телевизора? Сижу я сейчас на расстоянии 4 метра от телевизора. У меня восемьдесят три восемьдесят. Да, у меня расстояние до места прослушивания от, от телевизора даже наверное побольше даже 4 если говорить от, от телевизора от акустики 380 телевизора наверное уже 4 все 4 метра будет а -а -а -а. то есть расскажу хватает не хватает экрана в чем фишка почему я поставил именно телевизор не проектор почему я в пользу именно Xiaomi отдал свой выбор, хотя как бы за эти деньги можно там, ну плюс-минус купить уже там Samsung какой-то, там QLED и так далее. То есть как бы здесь тоже телевизор неплохой, он 120, 120 Гц, 86 диагональ. Ну, про него тоже, если захотите, сниму отдельный обзор, как он ведет себя в кино, как он ведет себя в играх, как вообще он, в принципе, как с ним живется. По проводам. Провода у меня акустические самые обычные, ничего навороченного нет в них. А межблочные я использую хорошие провода. Nordost Frey 2. Это дорогие провода. Еще когда я увлекался звуком, они у меня остались. И я их использую сейчас в домашнем кинотеатре. Конечно, они дают тоже свою свою, как, так сказать, фичу вносят в звук и дают, делают его более детальным, хрустальным, таким, мелче. Становится слышно больше песочек там и так далее. То есть провода XLR все таки влияют на звук в домашнем кинотеатре, это я вам говорю однозначно. Также меняют очень хорошо и влияют, меняют звук и влияют на атаку на какие-то высокие частоты средние частоты именно в усиление это силовые кабеля я их несколько использую три фирмы какие если интересно пишите в комментариях расскажу более детально какие силовые кабеля я использую для усиления для сапуферов и для субов и для xbox я все это расскажу, <къем> покажу, какие кабеля, расскажу о ценах, что даёт, дают кабеля. Сравнительный тест, тоже обзор проведу со стандартными из коробки проводами и с хорошим фирменным силовым кабелем. Ну, наверное, все. Наверное, рассказал все о том, какой кинотеатр, показал ролик. То есть, если интересно, выложу еще, пишите в комментариях, что хотите или на какие компоненты снять подробный обзор детальный и с чем сравнить вот обязательно прям сравним и разберем каждый компонент отдельно на сейчас всем пока до следующего видео пока пока